В Ахалгорском районе Цхинвальского региона обнаружен труп российского военнослужащего. Тело найдено недалеко от села Корчохи. Здесь расположена российская воинская часть. По словам местных жителей, на теле покойного огнестрельное ранение. Пуля прошла через висок. Как заявил бывший глава региона Зураб Пицхелаури, солдат погиб в результате конфликта со служивцами. Были факты, когда солдаты не могли удержаться, и они перебегали через оккупационную зону. И потом они требовали, чтобы принять грузинское гражданство. Там очень тяжелое состояние, и самоубийство, и убийство этих солдатов своими сослуживцами. Это обычное дело, это происходит и во всех российских территориях, и тем более на оккупированных территориях.